Хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Стас, и сегодня у нас долгожданная распаковка, наверное, одного из лучшего переиздания на PlayStation 4 на данный момент, это GTA 5. GTA 5 именно для PlayStation 4. Кто давно смотрит мой канал, знает, что у меня раньше была PlayStation 3, и GTA 5 на PlayStation 3 распаковка есть на канале. И вот, наконец-таки, она вышла на PlayStation 4. Скоро выйдет на компьютер, я знаю, по-моему, перенесли до марта, ничего не печатайтесь, выйдет, поиграете в эту замечательную игру. Хотя она уже достаточно сильно устарела, и я, наверное, расскажу вам почему. И давайте же уже посмотрим распаковку. Распаковка GTA 5 на PlayStation 3 есть на канале, тоже это на PlayStation 4. Чем отличается, я вам сейчас не покажу, то что я GTA 5 на PlayStation 3 тоже вместе с консолью продал. Итак, на лицевой стороне у нас Grand Theft Auto 5, Rockstar, запрещено для детей, конечно же, 18+, PlayStation 4 на боковой. На стороне у нас стандартная, это Grand Theft Auto 5, Rockstar, PlayStation 4. Сзади, кстати, тоже ничего не изменилось с PlayStation 3, все осталось стандартно такое же. Rockstar Game представляет игру производства Rockstar Nord, 18+. И тут у нас, конечно же, изменения от PlayStation 3 достаточно значительные. Это один игрок, сетевая игра, от 2 до 30 человек. Возможности PlayStation 4 поддерживают такую вот игру. Игра устанавливается 55 гигабайт свободного места. Как вы знаете, на PlayStation 4 нельзя полностью установить игру, что меня в принципе строило, потому что на PlayStation 3 можно было просто вставить диск и полностью установить туда игру и вообще про диск забыть, отдать его, продать, выкинуть, вообще сломать, нафиг он вам нужен. А здесь нельзя, она просто занимает 55 гигабайт свободного места. Просто так. Ну, устанавливается это, правда, за 5 секунд, это, конечно, все быстро. Но все равно такие претензии есть. DualShock 4 с поддержкой вибрации, вывод видео, разрешение честно идет 1080p. Мой глаз проверил в очках, 1080p идет, и поддержка PlayStation Vita, это если вы захотите покакать, но проходите очень такую напряженную миссию, где вам надо ограбить банк, получить 30 миллионов, идите какайте, берите PlayStation Vita и, пожалуйста, играйте. Также, напоминаю, это уже 18+, GTA, GTO, субтитры на русском языке, как вы знаете, игра не полностью переведена на русский язык, только с субтитрами. И так, конечно же, лучше, потому что, ну, у нас корявые люди все испортят. Дальше у нас, ну, стандартная тема PlayStation, это диск PlayStation 4. Тут же прям два таких, это европейский, по-моему, и PEGI 18 тоже прям, 18+, 18+. Мануал у нас тоже идет стандартный. Вот такой вот буклетик. GTA 5, электронная версия, руководство, можно посмотреть, как вот играть, если вы полный и не знаете, как в это играть. Grand Theft Auto Online. И карта, стандартная карта Лос-Сантоса, или как по привычке Лос-Анджелеса, конечно же, идет в комплекте. Ее, кстати, обзор есть на канале. Приходите, смотрите. Наверное, все ссылки оставлю в описании на обзор. Это третий PlayStation, и вот на эту карту. Там я все подробно вообще рассказываю про эту карту. И вот тут, конечно. И вот если мы уберем диск, то мы увидим... Сейчас мы уберем вот такую вот красивейшую надпись Vinewood, то есть, ну, как бы Голливуд. Всем уже, наверное, ясно, понятно. И если сейчас найду, у меня есть вот такая вот штучка, вы уже, конечно, ее видели. Это комплект предзаказа GTA 5 на PlayStation 3. Я его, конечно же, не отдал вместе с постером GTA 5. Воспоминания о том, что я, конечно же, эту игру прошел на PlayStation 3 полностью. Тут у нас вот такие вот два буклетика. Вот тоже есть обзор. Я эту игру прошел на PlayStation 3 полностью. И там дальше еще потом играл. И вот сейчас я ее прохожу на PlayStation 4. Знаете, что я могу сказать? Вот когда мы поиграем с вами, я подробнее об этом расскажу. Но я не то, что сильно расстроился, но я удивился о том, что такая компания, как Rockstar, могла сделать такую, ну, не самую ответственную работу. Не дорисовала текстурки, конечно, все стало Full HD, но, ребят, игра, конечно, двухлетней уже давности. Понятно, там чуть-чуть мыло есть, я нахожу. Даже я, который вообще не придирчив как бы к играм, ну, сюжет офигенный, там, понятно. Но даже я такой, ну, блин, ну, ребят, ну, дальность прорисовки на PlayStation 3 была гораздо лучше. Тут подгружается прямо на ваших глазах пляж. Заедете на пляж Лос-Анджелес, там вообще, ну, полный пипец просто. Ну, покажу вам потом. А с вами был Стас с распаковки самой лучшей игры 2014 года, не побоюсь этого даже сказать, GTA 5 на PlayStation 4.
Подписываемся, ставим лайк и постим это видео у себя ВКонтакте, в Твиттере, везде, короче, подписываемся на меня также, там вы узнаете самое интересное. С вами был Стас, и, ребят, играйте только в хорошие игры. Всем пока.